Покеранер представляет. Ну, когда он уже придет? Ну, это же городские соревнования. Тут надо думать. И да, кстати, ты собрал тусу? Конечно. А ты что, думал, что ты что я забуду? Ну, как бы ты на прошлой неделе забыл выключить печь, и у тебя чуть дом не сгорел. Забудь. Ребят, привет. О, Арсенал. Ну что, какое место? Все очень плохо. Первое. Кто бы сомневался. А в честь этого мы решили собрать тусу. О, туса, это хорошо. Ай, нога. Нет, Арсенал. Похоже, туса отменяется. Бам-ба-бам-ба-бам. Кто это там? Здрасте, тут... Опять здрасте. Почему они не могут нормально здороваться? Наш друг Арсенал сломал ногу. Пожалуйста, помогите. Ложись на кушетку. А можно, пожалуйста, обойтись и без гипса? Что это? А то у меня через неделю соревнования по дзюдо. Но это же невозможно. Стоп! Это же мой шанс. Есть один способ. Спасибо, доктор. Нам понадобится смородиновое мороженое, голова эльфа и плавленое стекло. Арсенал, а ты уверен, что он нормальный? Ну, все профессора странные. Но это не значит, что они злые. Ну, нормальный бы не начал, не добавлял бы в отвар голову эльфа и плавленое стекло. Вот мне все равно, главное, чтоб помогло. Итак, пациенты, я добавил этот отвар в шприц. Придется сделать укольчик. А можно без укольчиков? Но я их боюсь сильно. Надо будет потерпеть. Ложись. А можно было не так сильно? Больно же. Не мои проблемы. Ха-ха-ха-ха. Ладно, ребят, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка в описании. Ай! Че у меня кости сломались? А, что вы ему подсыпали? Вы еще так юны. Вы не понимаете, что мы для вас сделаем, врачи. А вы даже не иногда не говорите спасибо. Или говорите, но не искренне. Я решил вам сделать стеклянные кости, чтобы вы их ломали каждую неделю. И ходили к врачам, и были им благодарны. Знаешь, сумасшедший, я больше никогда к тебе не приду. Только у меня есть средство, чтобы вылечить стеклянные кости. Так что тебе, мой друг, придется ходить ко мне. Получай, мерзавец! Умри! Лети! Нет, Арсенал! Я тебя отомщу за него! Я тебя тоже накажу, придурок! Похоже, у меня проблемы. Ты! Разберись с ним сам, Матоки. Я слышал, лежащего не бьют. Однако... А добивает. А! Нет, чокнутый профессор. Твоя песенка спета, профессор. А я так не думаю. Полагаю, ты знаешь про адскую дыру. То? Адская дыра. Я вызываю тебя, призываю. Эта дыра бесконечна. Ты можешь
падать в бездну хоть 1000 лет, но никогда не упадешь. И, конечно же, ты уже умрешь от старости и голода. Сожалею, но это смерть постигнет тебя. Прощайся с жизнью, Мантоки. Нет, нет, профессор! Чёрная дыра засасывает тех, кто грешен, а невинных мы не трогаем. Нет, я ни в чем не виноват. Нет, нет, я не хочу. Да. Нет! Ух, после этого нужно успокоительное. Водичка. Фу, какая-то резкая, какая-то противная вода. Теперь главное, чтобы Арсенала смогли вылечить в больнице. Сожалеем, но мы не сможем восстановить его кости. Он сломал столько, что, наверное, он останется инвалидом. Нет, Арсенал. И что же все-таки интересно с этой водой? Погодите-ка, если я не ошибаюсь, это противоядие к стеклянным костям. Как же это хорошо. Ура! Ура! У меня нормальные кости! Но правда сломана нога. Значит так, никаких соревнований по дзюдо, понятно? Да, понятно, понятно. Роли озвучивали. Мантоки Раннер, Май, Кевин, чокнутый профессор. Арсенал. Спасибо большое за просмотр. Давайте наберем 100 подписчиков.